Ну вот когда у меня стоит выбор пойти на российское кино или на зарубежное кино, я выберу зарубежное кино. Вот какие-то у меня предрассудки на эту тему есть, что вот мне кажется, я пойду и я разочаруюсь. Хотя вот в этом же году год российского кино, да, и сейчас появляется много фильмов, которые вот увлекают даже одним своим афишей какой-то, да, трейлером. Вот смотришь, думаешь, да, там экипаж, о, скорее смотреть, да, идти. Потому что так же, как и в музыке, на самом деле научились уже делать хорошо, научились. Просто, наверное, все-таки хороший продукт, он должен состоять из очень многих компонентов хорошего качества. Если они все сошлись, то вот не будет стоять выбор, какое идти кино смотреть. Вот оно будет хорошее, я вот уверена. Но если что-то вот чуть-чуть подкачало, но оно подкачать может по разным причинам. Мы этих всех причин не знаем. Мы не знаем человеческих отношений, мы не знаем, как сложились звезды вот, да, вот в этот момент, чтобы получилось хорошее кино или не получилось хорошее кино. Вот, поэтому я как-то верю в это. Я вот человек такой очень, я говорю, позитивный. Я верю, что мы умеем все, на самом деле. Но вот это вот какое-то вот звезды не сложились, оно все равно влияет.